сочетание спорта и красивые танцы, это вообще впечатляет. Действительно, от прекрасных танцующих пар, которые кружили на паркете, невозможно было оторвать глаз. Настоящий праздник танца состоялся в Балаковском «Спартексе». Турнир «Весенний бал 2018» объединил около 400 лучших спортсменов из нескольких регионов страны. В течение дня в рамках турнира прошли открытые первенства Саратовской области, чемпионат и первенство Балаковского района в разных возрастных группах. В танце кружили совсем юные участники от 4 лет и опытные спортсмены до 35 лет. У нас сегодня были детки. Там от 3 лет и да, где-то до 11. Вот. А в течение турнира, программа турнира построена таким образом, что у нас еще третье, четвертое отделение, где принимают участие более опытные спортсмены. Спортсмены разделяются по возрастным категориям и по классу мастерства. Весенний бал прошел в Балакове уже в 5-й раз. Это первый юбилей нашего турнира. И судя по отзывам судейской коллегии, участников, а также зрителей, у соревнований большое будущее. Уже сейчас весенний бал уверенно входит в график базовых турниров Федерации танцевального спорта. Это пока немного. Конечно, когда будет хотя бы лет 25, тогда будет уже хорошо. Вот. Но каждый турнир этот собирает все больше и больше участников и весьма авторитетных судей. Многие пары, которые приехали на весенний бал, встречаются и на других турнирах. И, конечно, знают, на что способны их соперники. У каждой пары свои любимые танцы, так сказать, их сильные стороны. Ча-ча-ча. Как оцениваете своих соперников? Ренат и Дарина – лидеры в своей возрастной категории. Юные звездочки, какими были в их возрасте, балаковские спортсмены Костя Пикеев и София Киселева, воспитанники клуба «Элита Данс». Этот весенний бал подарил Косте и Софии золото в категории «Молодежь плюс взрослые» и стал красивым завершением их совместной карьеры в спортивных танцах. Мы вместе 4 года танцуем, и за эти 4 года достаточно многое прошли, и мы шли к этой победе, грубо говоря. И это наше последнее совместное соревнование, потому что мы 11 класс, мы сдаем экзамены и потом уезжаем по разным городам. Приятнее танцевать, когда соперник сильнее тебя. Это более морально легче. Кроме Кости и Софии, на пьедестал почета поднимались и их коллеги по клубу. Александр Косарев и Екатерина Сивая заняли первое и второе места в категории «Юниоры-1». У пары Юрий Воробьев и Елизавета Решетова серебро они уступили своим же одноклубникам в категории «Молодежь плюс взрослые». Анатолий Власов и Ирина Сементьева завоевали второе место в категории «Дети-1». Еще 5 пар из клуба «Элита Данс» вошли в шестерку лучших в своих категориях. И это тоже отличный результат. Вообще, весенний бал не смог бы состояться без помощи партнеров турнира. Поэтому организаторы благодарят профсоюзный комитет «Балаковская АЭС», магазин «Офис Маг», торговый центр «Гринхаус», цветочный мир, кондитерскую «Пугачевские тортики», компанию «Пепсико», предприятие «Атомэнергоремонт», санаторно-гостиничный комплекс «Изумруд», ресторан «Вабанк», детский клуб «Даниэль» и депутата Саратовской областной думы Ольгу Балякину.